посмотри на моего дракона! Угу. Чудесно, милая. Мам! Там настоящий дракон! Да, это прекрасно, милая. Может, ты унюхал? Уху! Разве что ты унюхаешь на такой скорости? А, впрочем, да, чую. Самый необычный аромат! Приехали! Мам, смотри! Мы поедем через минуту, детка, ладно? Не бой огнепых! Тропых, пых, пых! Готовы к аварийной посадке? Готовы! Мы ко всему готовы! Дальше туда, где помягче огнепых! Молодец, огнепых! Клянусь въедливой ржавчиной, мы уже на месте. Смотрите-ка, детки, что я говорил? Это место идеально! И здорово! Огрики. Мальчишка вечно куда-то мчится. Конечно, не спеши. Это всего лишь самый важный день. Знаю, я скоро. Есть кто дома? Мам! Да. То, что надо. Макс? Мам! Почему ты так рано? Математики не было. Ага. Макс? Ты темнишь? Я? Нет. Я прозрачен, как стеклышко. Что? О, тебе пора... Играть на виолончели? Ну как же так? Мы говорили об этом. Ты должен научиться планировать свое время. Иначе ты просто не выживешь в большом мире.
Сейчас у тебя свободные полчаса, поэтому... Что? Мам, но ведь сейчас каникулы! Значит, больше времени для занятий? Бери виолончель, сын мой. Да, мам. Играю на виолончели. Моя мама! Уже поиграл? Сегодня получилось быстрее, а теперь мне надо к Лоте. Минуточку, молодой человек. Но сейчас у тебя урок английского. Точно, с Лотой. Но ведь ты не пойдешь к ее дяде-профессору, верно? Мы с дядей уезжаем. Приеду прямо на свалку. Разумеется, нет. Увидимся, мам. 3 часа у тебя тренировка. 4:30 урок по бизнесу и ужин в 6. Ох уж эта свалка мусора. Когда она, наконец, исчезнет? Добрый день, дамы и господа. В Нюхвилле серьезный кризис. Местная свалка мусора не дает людям свободно дышать, а туризм находится в глубоком упадке. Есть ли надежда у этого некогда процветавшего городка? На улицах никого. Малый бизнес изо всех сил пытается выжить. Дело не только в туристах. Нюхвильцы больше не выходят из дома. Месяц назад уволился последний мусорщик Нюхвилля Джек Носмаги, и с тех пор все пошло под откос. Ситуация достигла критической точки. Ну что, хорошо, преступники тоже сидят по домам. На улице слишком воняет. Во всем виноват мэр, по-моему. Говорят, его жена единственная, кто хоть что-то пытается исправить. Кошмар. Я просто не знаю, за что хвататься. Ну, тебе повезло, я все исправлю. Дорогая, лишь бы тебе хватило сил. Наша единственная надежда – профессор Араматини. Он сказал, что изобретет... Не слушай этого чудака. Но... Я придумала кое-что получше. Эта работа тебя измотала, Эдвард. Поэтому я отправляю, то есть дарю тебе совершенно роскошные выходные. Целых 3 дня тебя будут баловать, как короля. Выходные, это, конечно, прекрасно, но ты уверена, дорогая? Разумеется. Отдохнешь, наберешься силенок, а потом вернешься и спасешь Нюхвиль. Бесплатные халаты и тапочки. Поверь мне, солнышко, это единственный способ спасти город. Ну да, если он сработает. Вот увидишь, сработает. Вы с Максом так помогли. Вместе мы создали победителя. Точно тебе говорю. Ух ты, только посмотри. Запах Амир зашкаливает. О, чудесно. Как раз то, что нам нужно. Начнем. Госпожа мэр? Мистер Хаммер? Слухи подтвердились. Все соседние города планируют грандиозные постройки, гигантские достопримечательности. О нет, какой ужас! А я-то ждала от вас хороших новостей, мистер Хаммер. Ох, где мои капли от стресса? Для начала скажите, а что, мэр уехал из города? Как мы договаривались? Да, уехал. И ни о чем не подозревает. Прекрасно. Нам надо начать наше строительство до его возвращения. Итак, это Нюхвиль, каков он есть. А это противная свалка мусора. Пока-пока, свалка. Привет, центр здоровья.
мой центр здоровья. Он великолепен. О, мистер Хаммер, вы гений. Вы не первая, кто говорит мне об этом. Ну что ж, я учел все ваши пожелания, госпожа мэр. В соседних городах просто позеленеют от зависти, когда увидят это. Мы сразу же станем главным туристическим центром во всем регионе. Но постойте, а что делать с этим мусором? Ерунда. О мусоре я позабочусь. Беспокойная вы моя. Но... Вы пришли ко мне, чтобы все сделать быстро. О, да, но... И не отступите, упорная моя. Нет. Поверьте мне, это единственный способ спасти ваш город. Да, мистер Хаммер. Ого! Что здесь было? У-ху! Лягушки-попрыгушки! А это еще что? А? Пещера для огриков почти готова! Вот здорово! Наш новый дом! Что? О! О! Это дракон! Фу! Представляем вам великое изобретение нюхохват. Он всасывает все запахи свалки и превращает их в жидкий экстракт. И скоро поможет нам побороть неприятный запах в Нюхвиле. Эта проблема уйдет в историю. Где ты, Макс? Я на свалке. Как раз вовремя. Мы готовим нюхохват к работе. Ну чего ж, хорошенькое местечко. Лота, ты не поверишь. Я только что видел большую семью. Зеленых существ? Да. Вот именно! Профессор, вам надо это увидеть! О, Макс, наконец-то! Усилитель давления у тебя? Он здесь, да? Великолепно! Не зря мы так долго работали! Я снова смогу чувствовать ароматы моих роз! Вернись на землю, дядя! Если нюхохват сработает, он изменит весь мир! Подумайте о рыбаках, мусорщиках, уборщиках! А-ха! Есть! Заработало! День добрый. Что происходит? С ума сойти! В чем дело, Макс? Я не знаю. О, нет! Слишком большая мощность! Он должен всасывать воздух, а не мусор! Пошли! О, нет, нет! Помоги, Макс! Мы должны остановить его! Что? О, великая ржавчина! Что за машина? Пошла прочь! Спокойно! Все под контролем! Профессор! Надо прикрепить втулку! Прямо через пластину! Эй! Куда бабуля подевалась? Да сколько же их тут? Я же говорил! Как вы там? Все хорошо? Бабуля Огри! И там! Меня так не щекотали 753 года. Кошмар какой! Что случилось? Ах, дорогая, вы в порядке? Я прошу прощения. Вы испачкали платье и волосы. О, нет, и вы позеленели. А, вы все зеленые. Слизняк-медляк, машина у тебя просто огонь. Я и сам люблю изобретать. Фух, мои очки целы. Тебе-то повезло, а вот мой шлем все еще там. Класс. Зонт, который пропускает дождь. Да, весьма интересно. Профессор? Вот твой шлем. О, нет. Макс? Алло? Ты меня видишь? Что? Где это я?
Я ж говорил, очнется. Добро пожаловать в пещеру огриков! Мы огрики! Это Растрёпа. А это Попрыгун. А это дедушка Огри, бабушка Огри, мама Огри, папа Огри и малыш Огри. Ясно. Елота, а это Макс? Добрый день, Ароматини, профессор Ароматини. У меня есть отличные средства, чтобы поправить твое здоровье. А? Мое? Ржавые батареи в пластиковой корочке. Мы ни за что не сможем съесть это. Ой, извините, вот так повкуснее будет сейчас. Что? Спасибо. Ау, спасибо. Да это просто обведение, грандиозная вкуснятина. Ты славу превзошла сама себя. Эти существа едят мусор. Да, и довольно много. Да, Макс, но у меня плохие новости. Профессор, посмотрите на огриков. Наш нюхохват сломан. Я знаю, но... Придется сказать твоему отцу, что мы не в силах помочь городу. Мне ужасно жаль, мы зря старались. А? Я думаю, нам больше не нужен нюхохват. А? Это почему? Вы посмотрите на огриков. Ты думаешь? Да, огрики едят мусор. А? Они решат нашу проблему. Конечно. Как здорово, что вы к нам приехали. А? Я же говорила, что он поправится. Я был на мусорной свалке с профессором Ароматини. Мы испытывали нюхохват. Он сломался. Зато появились зеленые существа. Огрики. Они едят и перерабатывают мусор. Еще был дракон. Они могут спасти Нюхвиль. Зеленые существа? Дракон? Профессор Ароматини? Мам! Сколько раз я говорила, чтобы ты не общался с этим болваном. И посмотри на себя. О, где мои капли от стресса? Я все понимаю, и мне жаль, но огрики могли бы помочь нам. Довольно! Вот что бывает, когда у ребенка много свободного времени. Мы это исправим. Мама, пожалуйста! А куда исчезла свалка? Что это такое? Не твое дело. Но, мам! Пойдем. Эти существа живут там, огрики. Хватит с меня на сегодня, молодой человек. Тебе пора домой. Да, мам. Ну, и что сказал твой отец? Он уехал на несколько дней, а моя мать сошла с ума. Посадила дома на все выходные. Что? Так нечестно! Мою маму не знаешь. Взгляни сюда. Это макет Нюхвиля, который ты смастерил для своего отца. Хочешь, чтобы я похвалила тебя еще раз? Нет, смотри, там, где была свалка, теперь это! Что это? Понятия не имею. Мама мне не говорит. Но что бы это ни было... Свалка сейчас дом огриков. Точно. Носки и крепкие пятки. Я уже лет 100 не спал так сладко. Все дело в воздухе. Это действительно великолепная ароматная свалка. О да, она великолепна. Только представьте, если бы нас не прогнали изо всех тех городов, мы бы не оказались тут. Да, это здорово.
Мы действительно можем здесь задержаться? Надолго? Агри, конечно. Жители этого города не похожи на остальных. Ну, вспомните Макса и его друзей. Никто не стал бы жить в таком ароматном городе, если бы сам этого не хотел. Давайте навестим нюхвильцев чуть позже. Наверняка мы подружимся. Эти выходные очень важны для Нюхвиля, Макс. Для меня тоже. Да, мам. Вот почему я должна идти на работу. Да, мам. Так что я не смогу присматривать за тобой, но думаю, что это убережет тебя от неприятностей. Игра на виолончели, английский язык, математика. Там есть перерыв на обед. Да, 15 минут. Спасибо, мам. Макс, я только хочу... Да, да, подготовить меня к жизни. Я знаю, мам. Если бы у твоего отца было такое образование, он бы лучше справлялся с обязанностями мэра. Я загляну к тебе позже, дорогой. Да, мам. Тебе не жить. Смертной казни нет в моем расписании. Я проверял. А? Ага. Старики, пора узнать этот славный ароматный городок поближе. Правильно, Огнепых? Прогуляемся? Поехали! Поехали! Ну и дела. Можно нам остаться? Поиграть с Максом и Лотой? И-ха! Козявки-малявки, конечно, можно. Огрики могут делать... Что хотят? Когда же хотят. И так часто, как хотят. Вообще-то мы хотели поговорить с вашими родителями. О, о чем это? Мы хотели им кое-что показать. Что это? Это макет, здание. Похоже, его хотят построить прямо здесь. Рыбёшки-кочерёшки, нам опять придется переезжать? Нет, точнее, что? В общем, не знаю. Но вчера вечером я взглянул поближе. Первый раз такое вижу. Это логотип новой компании. Она открылась в Нюхвилле недавно. И называется Hammer Construction. Пойдем и выясним, что происходит. А? Если хотите. Да! Но у нас всего два велика. Да. На следующей развязке поверните налево. Налево! Дует запах. Ну что ж, разрешение от моей...
получено. Эта работа чрезвычайно важна для меня. Для нас. Это будет взлет компании Hammer Construction. Ладно. Босс, почему бы им не построить центр позади свалки? Ты говоришь как мэр. Да. Потому что, если я построю центр здоровья в другом месте, то я построю только центр здоровья. Да. Но если я строю этот центр на мусорной свалке, а свалку переношу в другое место, то я строю дважды. И тогда новая свалка пахнет еще сильнее. Поэтому мы снова строим вместо свалки центр здоровья и еще одну свалку, и так далее, и так далее. Угу. Пока для строительства не останется места, и в городе не закончатся деньги. И я буду баснословно богат, когда мы закончим с этим городом. Ну, а если я буду богат, у вас будет работа? Босс, у нас вроде есть работа, босс. Если только я буду очень-очень-очень богат, вы можете тогда сохранить свою работу. Да, босс! Да, босс. Но этот план не принесет пользы городу. Нет. Городу нет. Мне! И когда Нюхвиль обанкротится, мы поедем в другой город. Джентльмены, заводите бульдозеры! Ошибся. Нет, я дважды проверила. Мы где-то рядом. Дай-ка посмотреть. Раз в жизни и ты могла ошибиться. Что? Вы не это искали? Да, вот оно. О, Макс, куда ты? Ого. Ребят, смотрите внимательно. Я тут все проверю. Макс только что спас нас всех. Да. Здравствуйте, миссис Деодеран. Как торговля? Никак. Купят освежитель воздуха или два, но в остальном... Скоро мне придется закрыть магазин. Ой, я понимаю, о чем вы. Из-за проклятой вони никто не выходит из дому. Да. А что, мэр, собирается что-нибудь делать? Я бы на него не рассчитывала. Вы что? Не слышали? Что? Леди мэр хочет построить в городе что-то вроде суперспа. Замечательная идея! Ой, суперспа точно никому не повредит. Здесь сказано, что это привлечет сюда туристов. Туристы ходят по магазинам. Туристы едят пиццу. И катаются на великах. И ездят на такси. А, наконец-то что-то меняется. Что это? А, мама мия. Землетрясение! Мадонна! Крещенцы! Стой! Слезаем. Ой. Что это? Кто это? Какое спокойное местечко. Народ, чудесного дня вам! Стойте, меня подождите! Люди вечно куда-то спешат. Да. Полиция! Полиция! Расскажите, чего я не знаю. Там на улице пришельцы. Секундочку. Там, на площади. Ну, рассказывайте, что там у вас? Пришельцы! Ну да, конечно. Расскажите, чего я не знаю. Они там, на площади! Пришельцы прилетают только в Америку. Это всем известно. Привет! Пришельцы! Расскажите, чего мы не знаем! О,
Возьмите, светляки, рогачи, усачи, использованное масло для цепей, выдержанное в пластиковых бутылках. Навозники, паровозники и пиявки-малявки, дедушка Огри, еще даже не полдень. Много ты понимаешь, женщина, что тут у нас? Разлив 2016 года, отличный год. Конечно. Полный восторг! Дети, не пытайтесь повторить это дома. Только огрики могут такое есть. Мистер Горнерд, сделайте же что-нибудь. Ага. Где же все? О! Очаровательно, правда? О, восхитительно! Этот город и впрямь особенный. Точно! Простите! О, хорошего вам дня, сэр! Вы кто? Пришельцы? Разумеется, нет! Инопланетяне приземляются только в Америке. Все об этом знают, юноша. Еще бы не знать. Я же вам говорил. Мы огрики. Огрики? Огрики? А кто это? Это всего лишь огрики. Пойду-ка я спать дальше. Шли прочь отсюда, бездельники. Дракон припаркован в неположенном месте. Но он не велел нам убираться. Ладно, едем. Малышу нужно хорошо пообедать. Мадонна, вот бы и мне так полетать. На драконе? Закажите в интернете. Их делают в Китае. Почему он так долго? Я не могу открыть дверь! Ого! Я кое-что нашел! Такой же план, как и у моей мамы. Это что, центр здоровья? Что такое центр здоровья? Лучше спросить об этом меня, чем Макса. Просто расслабьтесь. Ваш стресс уйдет, а мы тем временем очистим вас изнутри и снаружи. Купайтесь в нашем великолепном бассейне. Ешьте только самые свежие натуральные продукты. Вы почувствуете Прекратите! Прилив новых сил. Я больше не могу! Не важно, что это. Главное его построить прямо на месте свалки. Начнут сегодня. Так, парни, давайте-ка очистим место для центра здоровья. Пришельцы? Не, наверное, Хэллоуин. А по-моему, они здесь живут. Пюре из тапочек и салат из колючей проволоки. Заправка из отбеливателя. Кто-нибудь видел детей? Я думаю, они веселятся с Лотой и Максом. О чем задумался?
о том, что наша пещера пока еще не совсем агрикианская. Ладно, плевать я хотел, пришельцы они или фанаты косплея. Эти зеленушки выбрали не то место для своей норы. Великая Славка, мусорный дворец, да у нас гости! Пожалуйста, входите. Слышали ее, парни? За дело! Вперед! Ладно. Да. О, пыль вездесущая. Мы ведь не представились. Меня зовут Папа Огри, а вас? Проклятие. Хорошее имя. Мы закончили, босс. Хорошо. Вы свободны? Да. Если вы завтра, когда мы вернемся, все еще будете здесь, обещаю, вам сильно не поздоровится. До встречи! Заходите в любое время. Пока-пока! Чему это ты радуешься? Личинки, овчинки. Вот теперь пещера идеальна. Спасибо, мистер Проклятие. Ой. О, нет, они уже начали. Подожди, похоже, они уезжают. Мы вернемся, я об этом позабочусь. Центр? А? А может, они так любят мусор, что хотят видеть его всегда? Нет, они хотят избавиться от него, от всей свалки. Кто хочет? Хаммер, он только что был здесь и хочет начать сегодня. Дырки под ковырки, дети. Во-первых, сегодня здесь ничего строить уже не будут. Во-вторых, этого прекрасного человека зовут мистер Проклятие. Что? И в-третьих, он только что помог нам украсить новую пещеру. Значит, нам больше не придется уезжать? Палки-копалки, разумеется, нет. Не бойтесь, дети, ступайте играть. Эти мужики похожи на тех, кто украшает пещеры? Нет, а тот крикливый дядька, его точно зовут Хаммер, не Проклятие. Строительных скандалов у него больше, чем у моего дяди пробирок. Да? Концертный зал и аэропорт в Германии. Их так и не достроили. Значит, это правда. Нам опять придется уехать. Но ведь это нечестно. Мы же не делаем ничего плохого. Это никого не волнует. Люди говорят, что мы странные и плохо пахнем. Некоторые говорят, будто мы слишком зеленые. А потом велят нам убираться. Но я уверен, что вместе мы сможем остановить Хаммера. Как? Хаммер явно что-то задумал. Проследим за ним и все выясним. Он не кажется вам чуточку странным? Неважно, это стопудово героическая идея. Но Хаммер ушел. Где ты собираешься его искать? Попросим помочь Огнепыха. А у этого дракона есть ремни безопасности? Мама! Дракон! 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 Знаю, дорогая, еще один имейл, и я посмотрю. Первый раунд! Победа!
этому поверить. Мой план был идеальным. Что? Нет. Проклятие! Теперь я вынужден месяцами спорить с защитниками природы. А? За чистый и красивый Нюхвиль? Примите участие в будущем вашего города. Ха! Вот идиот! Нет. Гений! Нет. Да. Огрики? Мелкие зеленые существа. И они живут на мусорной свалке. Я ничего не слышу. Твоя мама считала тебя сумасшедшим, когда ты рассказала о зеленых человечках. Ты ее слышишь? Слуховые рожки. Мы можем услышать, как червяк под землей икает. Обалдеть, земляные черви икают? И что нам теперь делать? Если вы не хотите месяцами спорить с этими защитниками природы, я бы устроил собрание горожан. Собрание горожан? Мистер Хаммер предлагает устроить собрание горожан. И твоя мама сказала: собрание горожан? И, госпожа мэр, на собрание нужно пригласить и огриков. Как это? Да вы с ума сошли! Огрики на собрании горожан! Да, они кажутся милыми существами. Ха-ха-ха-ха. Мы же не можем, ха-ха-ха-ха, взять и сравнять все с землей, правда? Что ж, ладно, как скажете. У нас нет времени спорить об этом. Выше нос, госпожа мэр. Завтра будет великий день для Нюхвиля. Вот увидите. Мне нужны мои капли от стресса сейчас же. О, нет, пусто. Отличное завершение отличного дня. Вообще-то мистер Хаммер был очень мил. Да, как папа и говорил. Не верю я ему. Наверняка он что-то задумал. Мама идет меня проверять. А ты все занимаешься? Ага, почти закончил. Остался только немецкий. Свалкой и тут пахнет. Ой. Что? Мэр слушает. Ой, то есть госпожа мэр. Я имею в виду жена мэра. Чудесно. Я уже еду. Прости, Макс. Важная встреча. Я загляну, когда вернусь, ладно? И приберись, дорогой. Порядок в комнате, порядок в голове. Чуть не попались. Расскажите родителям о завтрашнем собрании горожан. Это перевернет их вверх тормашками! Увидимся завтра на собрании! Держи нос по ветру! Все правильно. Да, все хорошо. О, а это что? Что тут у нас? Эврика! Должно быть, Нюхохват получил эту эссенцию после того, как засосал бабушку Огри. Выходит, что Нюхохват работает! Да, шака-шака-бум, шака-бум, о да! И Нобелевскую премию получает... А, госпожа мэр! Ш-ш-ш.
сказали, что мои капли от стресса готовы? Конечно. Вы уже познакомились с обитателями свалки, огриками? Нет, и не собираюсь. Стоит познакомиться. Вы сами увидите, что они перерабатывают мусор. О, нет! О, да! Они для этого созданы, вот! О, восхитительно! Мои исследования показали, что в Нюхвилле стало намного меньше плохого запаха. И вы верите в то, что эта штука вам показывает? Эта штука, госпожа мэр, чудо инженерной мысли, и оно создано вашим сыном. А? Макс сделал это? Макс помог создать все это. Удивительно, не правда ли? Он очень талантливый мальчик. Как я и говорил, у нас теперь на 14% меньше плохого запаха. Да и мусора на свалке стало гораздо меньше с тех пор, как появились огрики. Разве вы не видите? Огрики могут спасти город, если будут жить здесь. Если я услышу это слово... Огры... Простите. Еще раз! Нашего разговора никогда не было. И меня тоже не было. Хорошо. Добрый день, госпожа мэр. Стрекоза и гроза, я дома. О, где же мои... Привет, мам. Я хотела поговорить с тобой. Я тоже. Я слышал, завтра ты встречаешься с огриками, чтобы попросить их остаться. Стоп! 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 Остаться? Нет, Макс. Я хочу попросить их уехать домой. Но их дом здесь. И огрики могут помочь нам. Хватит! Единственное, что поможет Нюхвилю, это мой центр здоровья. Его ароматные ванны и расслабляющая атмосфера. А уж точно не противная вонючая свалка с целым семейством... зеленых человечков. Но где же им тогда жить, если их отовсюду гонят? Только не на моей свалке! Мам, это нечестно! Попробуй поставить себя на место огриков хоть на один день! О, это тебе нужно поставить себя на мое место хотя бы на день. Вам обоим. Какой аромат! Crazy Incorporated на связи! Они издевались над нами! Они хотят, чтобы огрики уехали! О чем ты? Собрание горожан состоится для того, чтобы велеть огрикам убираться! Взрослые такие подлые! Это конец. Мама меня не послушает. Может быть, устроить что-нибудь эдакое, чтобы заставить их послушать? А что бы сделал герой? Ага! Герой поиграл бы с ними в их собственную игру. Чем же тебе поднять настроение? Ничем. Дети в восторге от завтрашней встречи. А я вот очень волнуюсь, все ли пройдет гладко. Если придется переезжать, это разобьет им сердце. О, мой славный носочек. К чему сейчас волноваться? Просто взгляни на эту красоту. И помни, огрики волнуются о завтрашнем дне завтра.
Надеюсь, работает. Что? Вкусная, вкусная старая банановая кожура. Старые фильтры для кофе и просроченный йогурт. Привет. Куда подевался Огрик? Что? Бле! Слишком свежая! Что за гадость? Бе! Свалка мусора! Что он делает? Что? Что за штуковина? Таймер установлен на 12 часов дня. И что тогда случится? Случится, парень, большой бум. Я перезвоню. Это я. Ну, все улажено? Завтра. Во время встречи горожан бомба взорвется, и свалка, на которую огрики могли бы вернуться, навсегда исчезнет. Брезент заполнится взрывоопасным газом, и в полдень, когда сработает таймер, он сразу... Да, прекрасно. Никакие улики на меня не указывают? Разумеется, нет, босс. Отличная работа. Выпустите меня! Что за? Что ты наделал, тупица? Я не знал, что делать. Он буквально свалился на голову. Скажи родителям, мой отец мэр! Ну отдай! Что? Что с ним делать, босс? Отправить домой? Нет, не сейчас. Мальчишка не знает, кто мы. Держи его в фургоне, пока все не закончится. Отпустишь после того, как я произнесу речь. А госпожа мэр, я позабочусь. Ха, сомневаюсь, иначе город уже стоял бы на ушах, поверь. Пожалуйста, не обижайте огриков! Пожалуйста! Они же не сделали вам ничего плохого! Отлично. Что же мне делать?
Стрекоза и газа, и пчелки-метелки. А? Ой, да чтоб меня в такой поздний час. Завтрак, а? Что сейчас? По-моему, самое время для этого, ваше мэрство. Как вы себя чувствуете? Ой, так, словно всю ночь напролет сегодня поедала мусор. Неважно. Давайте пройдем в ваш офис. Боюсь, здесь мы разбудим Макса. Да, вы правы. А мухи-капухи, у нас еще прорва дел. Я сейчас приду. Что? Как? Госпожа мэр, у нас много дел. Иду. В Нюхвилле творится что-то невообразимое. На месте старой мусорной свалки собирались построить центр здоровья, но весь проект... Теперь под угрозой. Там поселили существа, которые мешают строительству. Так называемые огрики сделали свалку своим домом. Мэр срочно собирает горожан в полдень. Приглашены все. Включая огриков. Полиция охотится за вандалами, которые вчера вечером разбросали мусор и объедки по всему городу. Связано ли это с огриками? О, они идут. Вот, явились. Здрасте. Извините, пожалуйста. Простите, это место свободно? Теперь свободно. Да, вот это по-нашему. Супер. Лучшие места. Что-то леди мэр не слишком хорошо выглядит. Да, все идет по плану. Здравствуйте, мистер Проклятие. Мистер Проклятие, не забудьте заглянуть в гости. Вы обещали. Они слопали мои новые носки. Мы бы не стали есть новые носки. Старые гораздо вкуснее. Мне нужно в туалет! Тебе никто не мешает. Ладно, очень смешно. Вы даже не представляете, какие вас ждут проблемы. Давай. И как тут спокойно выпить чашечку кофе? Да, босс, все под контролем. Ты сказал, что против меня не будет никаких улик. Босс, это мне пришлось импровизировать. У меня был только газовый баллон и брезент. Избавься от него, или мы все окажемся за решеткой. Да, босс, я сейчас, босс. Есть! Это папино новое изобретение? Ой-ой. Что? Помедленнее! Подождите, это что был? Макс! О, нет! Это чертова штука! А? Вон, там бомба! А ну стой, где стоишь?
Не бойтесь, дети, опасность миновала. О, нет, ты же не сделаешь это, правда? Ну, я влип. Друзья, пожалуйста, тихо. О, привет, дружище. Мухи-капухи и пчелки-метелки, тихо! Спасибо. Мои дорогие горожане, я уверена, вы все уже наслышаны о моей чудесной задумке в строительстве центра здоровья в городе. Но теперь все планы рухнули. Они встали у нас на пути. Да. Они всем мешают. Но мы никому не мешаем. Мы просто живем на свалке. Вот именно. Я здесь, чтобы сообщить. Центр здоровья будет построен, как и планировалось. На свалке. Что? Позвольте представить. Будущее Нюхвиля! В чем дело? А? Что? Что? Я? Мои капли от стресса. О, нет! Что за? Кошмар! Похоже, я дал ей эссенцию огриков. Рыбки ему, холопки, живу 985 лет и еще не видал ничего подобного. Она? Одна из них! Это заговор! Что? Заговор? Что вы такое говорите? Что здесь творится? Нашествие огриков! А? О, мама мия! Убирайся со своими огриками! Отстань от нее! Мои огрики? Что за чушь вы городите? Послушайте меня. Мой сын, Макс, он... Это неслыханно! Она обвиняет своего сына! Думаю, нам пора. Миссия выполнена, босс! Огрики наши друзья! Их прогонять нельзя! Огрики очень важны! Нюхвили всем нужны! Огрики наши! Огрики очень важны! Это вы организовали этот митинг? Да, я и мои друзья. И чего вы добиваетесь? Мы хотим, чтобы все поняли, Нюхвилю нужны огрики, а огрикам Нюхвиль. Они перерабатывают мусор лучше всех в мире! Господите! Огриков гоните! Центр господите! Объясним все это детям. Ужас. Что? Что случилось с мамой Макса? Кстати, о Максе. Где он? Ага! Дядя, куда ты? В лабораторию. Я должен помочь госпоже мэр. Беги на свалку. И как можно быстрее. О, вот и босс.
Он не сдается! Ну все, с меня хватит! Вы в конце концов строители! Разберитесь с ними! Или мне позвать воспитателей из детского сада? Босс, я всегда хотел быть воспитателем в детском саду. Заткнись! Вы меня достали! Выбросите их отсюда! И с вами ничего не случится. Да. Хорошо, мы сдаемся. Мы все равно уезжаем. Вы победили. Ага. Но куда малыш подевался? И какой миленький. Улетай, тай-тай. Стойте, подождите, стойте! Куда вы? Стоп! Что? Что за... Что говорила мамочка? Хочешь, чтобы работа была сделана как надо? Тогда делай все сам! А ну с дороги! Никогда! Зеленок против меня маловато! Надо дать должное. Огрики путешествуют шиком. Остановите его! Вы что, совсем ошалели? Этот гад хотел взорвать мусорную свалку, пока все жители были в ратуше. Что? Макс нашел бомбу, и Хаммер его похитил. Я не могу поверить. Это правда, мам. А теперь он хочет разрушить их дом. Мам! Как ты? Я... В ярости! Жди здесь, мой изобретатель. Что? Ты обманул меня, мусорная крыса! Ты заложил бомбу в моем городе! И ты посмел похитить моего сына! Пусть я тебе позабочусь! Что? Что за? Кое-что забыла тебе сказать! Правда? Что? Мама! Макс! О, какое счастье! Ты жив и здоров! И... Спасибо вам. Огрики всегда готовы помочь. Судя по твоему виду, ты одна из нас. А? Моему виду? А на что это вы уставились? Она не знает. Чего я не знаю? Вот этого. Слизняк-сопляк. Ваши капли.
ли эссенция, госпожи мэр? Выпейте это сейчас же! Сработало! Макс, ты ведь меня испачкал! Ты снова стала сама собой! Профессор, как вы раздобыли мамину эссенцию? Эссенция любой леди всегда у нее в сумочке. Ой, боюсь, там ничего не осталось. Не волнуйтесь об этом, профессор. Она все равно была переполнена. А? Макс, ты в порядке? Ага. И ты разбудила меня ради этого? Ну и где этот мистер Хаммер, о котором говорила Лотта? Я сейчас вернусь. Поболтаем, Хаммер, ядовитая ты жаба! Где этот трус? Он не мог далеко уйти. Лотта, позвони мне на мобильный. А? Но ты стоишь рядом. Просто позвони. Хорошо. Всем тихо. Огнепых, Фас! Алло? Попался. Хороший дракончик. Помогите! Отпустите меня! Ты хоть знаешь, сколько стоит этот костюм? Положи меня! Он украл мой мобильник! Ложь! Эй! Что вы себе позволяете? Вот! Я так и знал! Почему у вас мобильный телефон моего сына? Я... Ну что ж, думаю, нам нужно немного поболтать в участке и все выяснить. А как же мои мобильники? Какие мобильники? Ну что ж, дети, нам пора. Да. Мы должны ехать. Да, он прав. Но зачем? Мистера Хаммера нет. Видите ли, я думаю, что люди не захотят, чтобы мы здесь жили. Стебельки, мотыльки, не грустите. В других городах еще есть мусорные свалки. Но нам нравится Нюхвиль. С Максом и Лоттой. Это был лучший дом из тех, где мы когда-либо жили. Но все же... Идем, дети. Как бы я хотел вам помочь. Мы это знаем. Ты ни в чем не виноват, Макс. Пока, Макс. Лотта. Пока, Макс. Пока, Лотта. Пока. Пока. Подождите. А? Пожалуйста, останьтесь. Но вы же сказали... Я помню, что я сказала. Но... Потом я увидела мир глазами огриков. Простите. Ничего страшного. Я сожалею о том, как мы... Как я относилась к вам. Макс, ты был прав. Огрикам нужен дом. Если мы не дадим им шанс, тогда кто? Клянусь плесенью, я к вам привыкну. Мы можем остаться! Это великолепно! Да! Значит, центр здоровья не будут строить на свалке? Нет, будут. А? А?
Но мы используем твой план. Спасибо, мам! Может быть, огрики помогут тебе? Навозники, паровозники, конечно, поможем! Наконец-то у нас есть дом! Мы можем остаться в нем навсегда! Нашествие огриков! Я 3 дня отдыхаю и... Она одна из них! Что вы тут натворили? Здравствуй, Эдвард. Привет. Ты выглядишь отлично, милый. Дорогая, у тебя новая прическа? Нет. Послушай, Эдвард, я должна тебе кое-что рассказать. Объяснить. Я имею в виду и то, и другое. Видишь ли, после того, как... Несколько месяцев назад проблема со свалкой едва не погубила Нюхвиль. Но посмотрите, что стало теперь. Идите со мной и узнаете, что случилось с Нюхвилем. Ма, случились огрики! Конечно! Я никогда не сомневалась, что они должны остаться у нас. Переработка отходов теперь в моде, знаете ли. Я никогда не была так занята. Держи. Всем нам нужно было взглянуть на это с другой стороны. Первое собрание горожан закончилось хаосом, и мэр созвал еще одно. И в этот раз посоветовал всем узнать друг друга получше. Потом мы подумали, что могли бы помочь друг другу. Точно! Готовы? Держитесь крепче! Центр здоровья огриков! У нас много разных аттракционов! Например, попади в Хаммера! Эй, попади в меня! Уж лучше сидеть в тюрьме! И наше фирменное блюдо – вкуснейшее ледяное мороженое огрики! Самые крутые горки, которые когда-либо видел мир! Волнуйтесь о завтрашнем дне завтра! Мудрость огриков! И еще кое-что особенное! Полеты на драконе! Привет, Макс! У нас есть информация о том, что это была твоя идея. Да ну, кто же вам рассказал? Мы сделали это! Это мы! Мам? Пап? Леди Мэр, разве вас не волнует, что если все в городе будут так веселиться, никто ничего не захочет делать? Огрики волнуются о завтрашнем дне... Да. Друзья, все скорее сюда! Идите к нам! Как же хорошо дома! Только мокрое! Let me tell this little story right here. I just need somebody and he's something else. Everybody's different, which makes us the same. That's why I treat everybody as equal in the colorful world with people.
We're celebrating differences. All different, all the same. You are very welcome, so come on, come on, come on, come on, come on, come on in. I just met somebody not that long ago, and he's totally from somewhere else. We sat down, had some food and talked all day, and noticed we were quite the same. I have a new friend. I have a new friend. Yeah, he's just as different as everybody. I have a new friend. Yeah, I have a new. I have a new. I have a new friend. Yeah, he's just as different as everybody. I have a new friend. Yeah, I have a new. I have a new. I have a new friend. Something else, I really like to listen to the stories he tells. He says they eat other foods, but they invite you. Have a lot of love going on, just like you. They are a real family and they stick together. Look out for each other and that makes you feel better. We celebrate friendship, singing this song. His friends and my friends, so sing along. I just met somebody not that long ago. Автор адаптации текста Алена Кашура. Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Пионер» в 2021 году. I have a new friend, yeah. He's just as different as everybody. I have a new friend, yeah. I have a new, I have a new, I have a new friend, yeah. He's just as different as everybody.